среди множества событий, мест, выбираем мы себе невест. Здесь воля наша и судьба играет роль свою всегда. Я встретил девушку свою, мою мечту, мою надежду. Дыхание стало вновь свежей, был месяц май, цвели каштаны. Гуляли мы, и был салют, победы праздник отмечали, а мы — начало долгого пути. Я думал о прошедшем, когда 12 было мне, угодно было там тогда, что в тот же год родилась она, которая навек мне отдана. Был это 40-й год, декабрь месяц и звезда, так это Герточка моя. Прошел уж длинный путь, и долгий он, и как миг. Вижу фото, в школе девочка сидит, и с улыбкой теплой она глядит на мир, и взор ее парит. Затем и медицина, как магнит, родную и тревожит, и манит. Окончив с удовольствием учение, и началось людей лечение. Ей стало 25, и через год моя жена уже мать. Родился Эдик, пошли заботы, не отрывалась от работы. Минуло еще 9 лет, и появился Алик вслед. Такая жизнь текла в заботах, учились дети, а мы в работах. Уж многие подались на запад, решили жизнь и мы изменить, и новую страницу у себя открыть. За это Герточку благодарим. Жену мою мы любим, я и дети. Она всегда, как воздух, нам нужна. Как хорошо, что есть на свете надежный друг, товарищ и жена. Желаем, Герточка, тебе здоровья, большого счастья, многих лет.